рамках этой выставки я демонстрирую концепцию своей первой фотокниги. В ней использованы мои любимые фотографии за последние несколько лет. Во время работы с отобранными снимками я использовала компьютерный алгоритм составления последовательности. Я создала на компьютере слайд-шоу в стиле оригами. И собранные таким образом, фотографии рождали у меня ассоциации со сном, с полетом в другую реальность. Так и родилась идея и форма книги, и все в ней подчинилось идее сновидения. Форма книги, как и сами изображения, позволяют провалиться в нее, словно в сон. Название книги «Быстрое движение глаз» происходит от названия той фазы сна, в которой мы, собственно, и видим сны. Во сне мозг решает, какую информацию нужно сохранить и запомнить, ищет связующие нити между разными кусочками информации, перемешивает карточки с данными по картотеке и выстраивает их по своим алгоритмам. Другими словами, сон – это процесс, который, с одной стороны, регулируется нашим мозгом, а с другой – не полностью нам подвластен. Так же, как и идеи и формы книги, отчасти подсказанные мне машинным интеллектом. В ходе работы на некоторых фотографиях появилась вышивка. Меня занимала идея нитей, которые с одной стороны связывают сон и реальность, а с другой создают новые измерения, как часто бывает во сне. В саму книгу включены как сканы этих вышивок, так и кусочки вышивок реальных, сделанных вручную непосредственно в самой книге. Как и сон, смотреть мою выставку и книгу можно с любого места. Всего-то нужно принять мое приглашение, провалиться в этот сон и позволить себе уплыть на волнах мечтаний и грез.